не помню, какие были эмоции в Нефтекамске. Давно было. Желание взять реванш. Обязательно. Вот, а по игре, ну, первые 40 минут, я думаю, мы лучше играли без шайбы и лучше распоряжались ей, поэтому было меньше моментов у наших ворот. Ну, а в третьем, я думаю, немножко отдали слабину себе, поэтому у них появились моменты удаления и голы. Надо это будет убрать из нашей игры. То, что вот в течение второго периода, в течение нескольких минут забросили три шайбы, это вода камень точит, к этому шло? Вот такой участок там прорвало. Ну, думаю, да, мы всегда стараемся играть активно и стараемся накладывать смены на соперника при возможности. И если проводишь достаточно времени в чужой зоне и бросаешь шайбу в ворота, и люди идут на ворота, рано или поздно начнет залетать она. Поэтому я думаю, это все результат нашей работы. Ощущение удовлетворения от этой встречи есть? Есть удовлетворение и, опять же, осадок от третьего периода.